В прошлый раз вы научили меня фразе. И сегодня у нас интервью Breakdown с Космо. Мы будем переживать заново некоторые из самых захватывающих моментов нашей карьеры. И расскажем, что было на самом деле. Так что, поехали! Как вы можете заметить, это клип Venom. И мы все сидим и ужинаем за столом. И как вы можете увидеть, я съел паука. Поэтому название Venom. Так ты Человек-паук? Нет, я стал паутиной. Когда мы снимали этот клип, у нас были свечки и спички. И я помню, как мы тушили свечку. И когда к ней поднимался дымок, мы поджигали его. И огонек спускался к фитилю. Желейки были вкусные. Да, там были желейки. Они были вкусными. Я помню свою одежду. Твою одежду? Потому что мне нравился тот облегающий аутфит. Облегающий наряд? Да. Мышечный аутфит, в котором видны мышцы. Потому что у Чанбина такие мышцы. О, я это помню. Так, чья это была идея? Я думаю, это была общая идея. Мы придумали видео в TikTok из-за песни FAM. Многим Стэй понравилась эта песня, поэтому мы решили сделать что-нибудь веселое. И мы сняли TikTok под эту песню. И да, получилось довольно неплохо. Было весело. Это хороший способ представить песню. Смотря на одежду, я думаю, это было во время кейс 143. Кошелек. Кошелек. Такой вопрос. Вам до сих пор нравятся сумки через плечо? Вам еще нравится? Да. Мне да. Они удобные. Да, очень. Очень удобные. Да, верно. Это сумки на каждый день. Какие вещи вы никогда не выкладываете из своей сумки? Зубная щетка и паста. О, щетка и паста? Принглс. Принглс? Читас. Читас. О, читас, они не помещаются в мою сумку. Чанбин, Чанбин. Чанбин, ты поместишься? Да, ты да. Мы все еще согласны, что акцент был сексуальным? Нет. Нет. Да-да, я думал, он остался сексуальным, и Феликс стал более сексуальнее, чем обычно. Ты до сих пор сексуален. Эй, скажи еще раз кошелек. Ты не думал пробовать австралийский акцент? В прошлый раз вы научили меня фразе. Я думаю, этого хватит. Что это сейчас было? Что с кенгуру, ведущим себя как лев? Какое воспоминание? Это дэнс-практика на та. Это не дэнс-практика. Это выступление. Так вот, та — это песня из альбома In Life. И мы подумали, что будет хорошей идеей снять выступление. Для всех Стэй. Вы помните что-нибудь из реакции Стэй на наше видео? Всем понравились полотенца. Оно придает песне изюминку. Танец с полотенцем. Мы постоянно их роняли. Мы должны были использовать их в хореографии. Но мы постоянно их роняли. Это было трудно. Тяжеловато. Наша скорость запоминания хореографии очень улучшилась. Было весело? Это выступление с Маньяк на лейт-шоу. И думаю, это был день, когда мы только знакомили всех с Маньяк, да? Да, думаю, вышло круто. А у нас была вроде одна или две репетиции. Да, две. Да, вроде бы две. И потом мы сделали проверку микрофонов, и затем мы прошлись по расстановкам. Да, расстановка. Репетиция расстановки, да. Спасибо, спасибо. Обращайся. Я еще учу английский, так что это сложно.
О, я помню это. Это Юнивел, Суперборд. У вас есть какие-нибудь воспоминания со съемок? Скейтборды. Наши лица были нарисованы баллончиками на скейтах. У нас была команда, отвечающая за реквизиты, и они нарисовали наши лица на скейтах. Это было просто... Это круто выглядело. Я помню, многие забрали их. Они дали нам их в подарок. Они отдали нам их, мы не крали. Спасибо. Да, и там был торт-бомба, который держал Хёнджин. Бомба замедленного действия. Все такие... Но все было окей. Что это? Кто это снимал? Это был я. Что ж, это... Я просто листал ленту ТикТока и увидел подобные видео, где люди показывали своих собачек. Своих питомцев, да? И так как в нашей команде тоже есть питомец, знаете, такой большой лабрадор. Золотистый ретривер, Синмин. Он милый щенок или нет? Нет, нет. Кто из нас больше всего следит за трендами ТикТока? Всегда листаю ленту рекомендаций. 2-3 часа. Последний тренд, который ты пробовал? Думаю, последнее, что я делал, это был танец к песне Чимина. Танец Like Crazy. Это был танцевальный челлендж. Думаю, это было довольно весело. И я хочу сделать больше челленджей вместе с мемберами. Думаю, будет гораздо веселее. Но вот так давно. Тут мы играли в игру «Ассоциация к песням», где нам дают слово, и мы должны напеть или назвать песню, в которой есть это слово. И да, это было весело. Мы получили наивысший балл во втором раунде. Мы можем хвастаться. Это все благодаря способности Хана. Похлопаем Хану. Конечно. Поздравляю себя. Это артист. God's Menu. Это клип на God's Menu. Я думаю, сама песня тоже имеет длинную предысторию. Очень острая. Поэтому мы сделали клип не менее остреньким. О, острое. Любишь острое? Я люблю острое. Ты любишь острое? Я обожаю его. О, все любят острое. 392 плюс миллиона просмотров. Оно было выпущено 4 года назад? 3 года назад. Думаю, много людей до сих пор смотрят его. Я все еще помню, как оно перешагнуло рубеж в 300 миллионов. И теперь тут на 90 миллионов больше просмотров. Потрясающе. Люди продолжают смотреть. Но если кто-нибудь спросит, какую песню Stray Kids вы рекомендуете, я думаю, мы ответим God's Menu. Эта песня, думаю, показывает цвета Stray Kids. О, я помню момент с Хёнджином. И он стоял посреди дороги. Машины! То, как они проносились. Респект. Это было ужасно страшно. Я думал, я в последний раз вижу Хёнджина, но это было не так, слава богу. Я здесь. Он все еще с нами. Это было круто, и в итоге получилось супер. Думаю, это все. Спасибо, что посмотрели. Какие ваши любимые моменты со Stray Kids? Пожалуйста, расскажите нам. Если вы хотите увидеть больше интересных моментов со Stray Kids, смотрите наш новый альбом. Five Star. Перевод District 9. Озвучила Кадзе. Услышимся. Bye-bye.